Очередная посылка за 10 баксов. Хочу распаковать, показать, что же там внутри. Скажу сразу, там один аппарат. Но аппарат довольно-таки интересный. Никогда вживую его, так сказать, не видел. Откроем так ножик в сторонку и давай открывайся. Я очень хочу посмотреть, что же там. Так, вот такая коробочка небольшенькая, так сказать. Так, и тут все это дело довольно-таки неплохо скотчем запечатано. Мы вот так вот сделаем. Так, тут вот так вот, видите, как оперативно это получается. Но тут надо надрезать. Так не прокатит. Все это дело. О, поролончик человек положил. Это радует, беспокоился. Так, поролончик, конечно, в сторону. Но тут могу сразу сказать. Тут зарядочка. Зарядочка. LG у нас тут оригинальная. И... Блин, слушайте. Да, царапинка, конечно, но... Блин, на самом деле аппарат... А чё он в пыли такой? А? Сейчас, секунду. Ну вот так вот более-менее. Вот такая вот вещь. Такая вещь с двумя дисплеями. Такой вот LG. Потом сделал на него обзор. И более детально уже вам расскажу про него. Обошелся мне 10 бачей, как я уже говорил. Ну, кому понравилось, ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал, пишите свой комментарий и колокольчик тоже не забудьте поставить, чтобы не пропустить мои видео. Все, пока!